Всем привет, с вами снова Вирусоид. Сегодня я расскажу вам о комплекте удлинительных проводов для блока питания от компании Vincool. Заказал я их с Алиэкспресса, ссылочка в описании на продавца. Ну а сейчас расскажу, для чего они вообще нужны. Это провода, которые позволяют удлинить изначально провода вашего блока питания, ну и собственно чуть приукрасить внешний вид внутри вашего корпуса. Можно их покупать, а можно не покупать. Дело ваше. Я на каждый свой корпус покупаю такие провода, поскольку это гораздо интереснее смотрится. Все корпуса у меня со стеклами, поэтому внутри пространство должно быть тоже интересным. Данные провода подходят абсолютно к любому блоку питания. Это именно удлинители универсальные. Поэтому не переживайте, на любой блок питания, даже на самый дешевый, они прекрасно подойдут. Самое главное, чтобы распиновка была, соответственно, ну, одинаковая, правильно? Провода имеют разную цветовую палитру и разную длину. Здесь у нас провода черно-белые, 30 см в длину. Комплект состоит из 4 проводов. Вот сейчас был провод 24 пина. Следующий провод у нас на очереди это 6 плюс 2 на видеокарту, который вот можно разъединить, если вам не понадобится двухпиновый коннектор, соответственно. Провода выполнены из плотного нейлона, достаточно толстые, что исключает любой вариант их какой-то случайной поломки или обрыва. Это исключено. Коннекторы также сделаны из плотного пластика. Все выполнено на совесть. Сейчас провод идет 4 плюс 4 пина на процессор. Также он разъединяется и соединяется, как вам удобнее их подключать уже будет. Ну и второй провод 6 плюс 2 пина на видеокарту. В комплекте у этого продавца идут именно два провода для видеокарты. Даже если один вам не будет нужен, вы его просто положите в коробку. Зачастую продавцы делают низкую стоимость на данные провода, но кладут вместо двух один провод 6 плюс 2 или вообще 8-пиновый. Поэтому один раз я уже обжегся от такого продавца, поэтому рекомендую заказывать вот именно этой фирмы провода и у определенного продавца, который добросовестно положит вам весь комплект проводов. А также к этим проводам есть комплектные гребенки, с помощью которых провода можно красиво уложить. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Это некие гребешки, похожие на расчески. Для каждого проводочка есть 4 гребенки. Служат они для того, чтобы организовать укладку проводов, чтобы они у вас не заламывались при изгибании. Вот они, 24-пиновые, 4 гребенки. Ну и также на все остальные провода есть по 4 гребенки. Абсолютно прозрачные они, что позволяет, даже надев гребенки, видеть свои провода, и они никаким образом не перебивают свет основной. То есть они просто укладывают провода и красиво смотрятся в корпусе. Несмотря на гребенки черного цвета или, например, белого матового, что не так красиво уже будет смотреться. Сейчас я вам покажу, как эти гребенки надевать и как подключать провода непосредственно уже к вашему блоку питания. Итак, начнем с проводов для видеокарты на примере. Берем коннектор со стороны мамы и соединяем его со соответствующими коннекторами на видеокарте. Ошибиться при подключении в принципе невозможно, поскольку здесь у нас будет распиновка такая же, как на проводах от видеокарты. По-другому вы просто не всунете эти коннекторы. Так что не стесняйтесь, если коннектор входит, значит вы правильно все делаете. У коннектора есть защелка, которая позволяет ему крепко сидеть на месте и ни в коем случае не слезть с посадочного места. Одеваем второй коннектор. Ну и в принципе все. Можем приступать к креплению гребенок. Итак, гребенку располагаем зубчиками вниз. И
начинаем потихонечку ее надевать. Вот так вот она будет выглядеть на ваших проводах. Вы будете видеть свои коннекторы сквозь прозрачный пластик. Чуть-чуть отгибаем первые два провода сбоку и сначала всовываем их. Потом такую процедуру повторяем с остальными проводами. После того, как надели первую гребенку, последующие гребенки будут одеваться легче, поскольку провода уже будут у вас распрямлены, и все это будет лучше нализать. Расправляем гребенки в конечном итоге, как вам нужно, и провод будет выпрямлен. И при подключении уже можно будет его изогнуть, как вам нужно. В конечном итоге у вас получится примерно такая конструкция, которую вы уже уложите как вам угодно. Если гребенок по каким-то причинам вам будет мало, вы всегда можете заказать их дополнительно. Итак, сборка закончена, можете наблюдать результат не сильно кропотливой работы. Ссылочку на эти провода оставлю в описании. С вас, как обычно, лайк, подписка. С вами был Вирусоид. Всем желаю удачи и пока!